Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Лёша, даже это, города... Америка... Это англичанин, они же... Инвиктус, смотри предложение. Всё, спасибо за игру, Соло. И тебе спасибо. Кстати, американец, ты мне еще деньги должен. Хочешь, я тебя за американца отдам? Давай. Ну не могу отдать, понимаешь? Ты бы мне компенсацию за моральный ущерб выплатил, англичане. Да, тебе смысла нет уже, ты труп, покойник. Сейчас... Ну, не без твоего участия, надо отметить. Ну, блин, ну это один город. Это был очень важный город, дружу. Ну давай, хочешь, я твоему конкуренту сожгу город. Да, на этом этапе игры это уже, конечно, без разницы. Но ты снес когда? Ходов 20 назад? Ну как бы... Ну, я предупреждал, я ж... Так. Вы тогда 400 голды могли быть. Их не было. Дальше Нью-Йорк, Вашингтон, Баффало, надо вот это. Нет, все... Да. Чуть у меня денег маловато было, все-таки я слишком много потратил на... Блин, слушай, у меня тут... Фабрики поставил. Строить. Смотри еще предложение. Компьютер все-таки. Идиот. Банк. Вот нафига тут банк? Машина поддержки. Ай, блин. О, нам модол кто-то убивает. Кто? Китаец. Забирать модол. А тут культура... Надо, наверное. Культура никак не влияет на лояльность городов? По-моему, нет. Только количество жителей, да, соседних городов влияет. О, я один героический вышел. Век, в котором ты находишься. Губернаторы. Монументы. По великим монумент людям. Это противодействовать помогает. Алексей, у тебя синхрон? Ну, монумент. Я же загрузился только что. А, китаец, забери великого ученого. Я ход закончил. Отожми и забери. Не, отжим... ход не отжимается. Ход не отжимается. Остальные игроки закончат свои ходы. Империя ходит. Что ж вы так? Соло, связь разорвана. Соло ушелся. Соло ушел, да. Да, столицу захватил. Что случилось? Может, да. Ну, спасибо, ребята, с вами было приятно. Давай, Соло, в следующий четверг давай тебе место. Да ладно. Теперь Англия предлагает мне заключить... Только мир и войну можно с этими с ботами. Отлично, еще и кризис. Но против. Я не заключаю с ним мир. Я... Против американца. Вообще против танков, только другими танками или как? Авиация. Это ПТ-команда. Лучше авиация, ПТ-команда не тянут. Истребители, да? Ну, армии ПТ-команд, типа, не знаю. Армия ПТ-команд, ну, тоже только если в дефе, если у тебя действительно... Если еще нет арты у меня, если бы не было арта, то ПТ-команды под артой тухнут. Под шариком, под артой.
Террас, у тебя будет попытка номер два или дальше продолжим сидеть? Что, с тобой? А, не-не-не, не будет. Мне кажется, ты больше потерял от этой игры. Ну, я поставил, скажем так, развитие на захват и... И вот что получилось. Извини. Я тебя кинул, друг. Оксфордский. Ну, тут маловато, мне бы... Блин, мне надо строителей больше, обрабатывать больше клеток. У меня дофига еще не обработано, как всегда. Фестивально-театральной площади. Увидел Петру, Грек? Еще нет. Ты от нее в двух клетках стоишь. Я думаю, еще 3-4. А, это уже этого? Да-да-да, вижу Петру. Ты у меня Петру ввел, это плохо. Да. Плохо-плохо. Я понимаю, хорошо. Ради трех холмов не да, очень. Хорошо. Блин, у меня компьютер кто-то повыводил юниты куда-то, некоторые апнул. Ну, что делать? О, сюда привел армию колесниц. Столица араба уже захвачена. Лондон надо платить. Я еще и получит. Кто-то дожмет Англию, чтоб? Да, я дожму. Если он, конечно, больше нигде не поселился. Или американец, ты дожмешь? Я дожму. Скорее всего, быстрее, чем ты доедешь до сюда. Ну, у него еще один город, вообще-то, Гранада, около меня. А, вот я вряд ли город что-то сделаю далеко. Наверное, объявить войну Англии и Гранаду освободить. Так, ну думаю, что Магнуса уже в местах и Сипик. Дайте, какие у меня самые производственные города? Я думаю, что столица и местах и Сипик. 84. 55, да. Значит, сюда Магнус, а сюда Пингау. И все. Значит, Магнус в местах и Сипик. Пингау. Столицу. Дальше Рейну. Рейну в Маскатео давайте. Или... Да, давайте Рейну в Маскатео. А туда Виктора. Okay.
врагов. Баффало собирать не будешь. As soon as you trust you. Я буду забирать все. А Баффало он само отвалится. Что у тебя там? Два удара танком и все. Именно. А города американцы так вообще быстро будут падать. Ой, англичанина. Потому что там нету вообще... Ну, вообще-то у него стены, в отличие от тебя. Нет, так я стены строил вот только с этой стороны. С его. Я в Нью-Йорке стены только построил, и в Вашингтоне. Дороги, что ли, нету? А, ну это... Танков 4 хода, 4 технологии, это офигеть. The human race is a monopoly. Так, у нас там чудеса все-таки имеются. Эйфелева башня, Оксфордский университет. Тут, кстати, какой-то район можно еще поставить, между прочим. Все еще. Производство надо просто кучу делать. Ну, шахты. Шахты обрабатывать. Да, не успеваю я тут ходить. Танками тут не походил нифига. Надо быстрее, конечно, соображать. Тихо стало. Да погрустнело все без англичанина. Ну, просто все как-то понимают, к чему все идет. Дуэльки. Боже мой, откуда взялась эта английская кровавая, там, жёванный кровь? Жёванный кровь? Ну, там оставалось, я не хотел добить города совсем чуть-чуть. Там стояла кровавая варваров. Варваров. Ты должен был сказать еще для полнотой картины. Варваров, Карл! Да, ну, в общем, англичанин мы теперь долго будем.
Так, а долго тут будет отваливаться? Не хотелось бы просто Баффало заниматься. Скажите, а вот четвертая прокачка у Магнуса, это на фабрике действует, да, если несколько фабрик построено по соседству? Да. Или как она работает? Блин, тут пом. Здесь ставить фабрику. Так, тогда отложим здесь пока. Где у нас... Вот. Да блин, да я не успеваю, ну что за... Блин, у меня куча сейчас караванов, так. Освободите нон-модул. Это мне разве вылазило такое задание? Не понял, что англичанин приплыл к тебе и нон-модул захватил у тебя, китаец? Он не у меня, он его перехватил там. Я чуть-чуть не добился. Короче, я так понял, англичанин всем на этой карте подгадил. Знаешь, в чем проблема? Я не понимаю, зачем, типа, на кой. Тут только центр камень, ну вообще нет. Казалось бы, играйся спокойно, получай удовольствие от процесса. Нет, надо типа пойти и... Может он получает удовольствие от процесса... Горение вот такого. Ну, может быть, да. Ну такие игроки есть. Ну чё, принимайте квест. Я отказался. А, я еще могу согласиться назад. Это который... Тут два. Это который... Приняв... ...истории? Блин, я не знаю. Коммерческий район. Который против Виктории, да? Ой, ладно, сохраним. Зачем? Он против Горга. А, против Горга. Да, да, да. На халяву тебе 8 косарей золота отдать, ну... А, ну не 8-4, но все равно. Нет, спасибо. А вот... Вот что еще я жду в Gathering Storm. Наконец-то конгресса нормального, адекватного. Смотрим, как он будет работать. Конгресс... Ну там теперь все эти кризисы через конгресс будут проходить. Ну вот интересно, как... Потому что сейчас кризисы в целом, ну, такое. Они просто как механика, прикрученная в последний момент и не очень, ну, типа, рабочая. То есть реально, ну, это почему? Механика, которая без Всемирного Конгресса не работает. А что Конгресс бы дал? Если у тебя количество голосов больше, ты отменяешь этот кризис? Нет, как там? Я забыл уже, просто я читал про механику с кризисами, блин. Короче, она работает как-то иначе. И это выглядело логично, когда я читал. То есть, как будто так она и задумывалась изначально.
Блин, мне надо поменять местами Магнуса и Пингала, блин. Ну типа прямо сейчас в игре, например, для сингла, вот то, чё, то в чем шестерка очень сильно проигрывает пятерки, в игре синглом, например, против ботов не хватает взаимодействия любого с этими ботами. Ну типа вообще никакого, ты можешь только воевать с ними и все. Они потом принимают союзы. Ну... Когда как, не получится как бы... повоевать с тобой. Да, фактически... они сразу принимают союз, просто... Как бы их надо. Вот Брис, даже, наверное, даже на божестве там же нужно границы открывать, караваны отправлять к ним. Тогда они добры. Не знаю, на божестве они ничего не надо готовиться воевать и ладно, спасибо за игру, ребят. Спасибо. И тебе спасибо. И тебе спасибо. До свидания. Строго не судите, я первый раз играл в сетевую. Да, кого? Да. Не будем. Уже играли. Единственный, кого я строго сужу, это англичанин. Ну все, удачи. Пока. Армии танков с четырьмя прокачками — это жесть, конечно. Ну вот меня в прошлой ФФАшке парень просто одним корпусом из двух танков, ну типа одним корпусом танков проехался и захватил всю мою империю. Было грустно. Что-то в этой игре все повторяется опять. Но тут тут не один корпус, правда. Если условный Леша или Горга даже приплывут танками сюда, типа ко мне, то что-то все очень быстро закончится. Вот, блин, не хватает чего-то ФФА. Против компьютера, когда я играю без войны, в развитие, у меня почему-то получается получше микроменеджментом заниматься. ФФА, сколько не играю, по науке очень резко начинаю проседать. Всегда. Да, не такая же фигня, кстати. Может, времени не хватает? Ну, в каком плане? Ну, ты успеваешь по таймеру ходить? Да, ну, я запасом... Он раньше успевает его заканчивать. Вот я вот, например, даже с таймером против компа, ну то есть создаешь, например, сетевую игру, таймер ставишь и играешь против компа, и все равно вроде нормально. Все как на божестве? Сразу по... А? На божестве? Ну, на божестве, да. Я, ну, типа, вроде как я микроменеджментом занимаюсь, типа, этих... поселенцев по клеткам раскидываю, всем типа... Ну, короче, стараюсь играть максимально академично, и все равно что-то не получается. Ну, тут надо проекты читать начинать, наверное, рано, на науку. Да нет. Я ни разу не видел, что кто-либо в ФФА юзал вообще проекты, кроме как... Проекты юзаются, но потом в конце. Ну... У Лёши сейчас 320 без проекта. Него просто сейчас... Нет, вообще-то 320 у меня как раз с проектами. С проектами? Да, мне нечего больше в городах строить, собственно. Просто у Леши сейчас 13 городов, а вот как бы у русского... Ага. Да, был, ну, короче, было в начале... Надо было вначале расселяться побольше. У меня была возможность, но я заслакал. Дал персу поставить. Тут надо не только расселяться, тут надо захватывать соседа, понимаешь? Вот без этого сейчас нельзя играть, ну вот серьезно. Ты ставишь там 7-8 городов, если их поставить. А дальше ты их пока развиваешь,
И нужно уже потом отхватить кусок соседа, который тоже в это время развивается. И... Брутально. Жестко ты об пушку убился. Если так представляю, как этот рыцарь на дуло насаживается. Просто я не сильно большой любитель военных действий. Мне нравится в развитие играть. Прикольно. Ну тут надо и то уметь, иначе... Не, то есть я умею воевать. Но опять же, я просто играю в развитие. Вот здесь я ни с кем не играл. Просто играю в развитие. В итоге, типа... Поиграл. Ну прямо скажем, спасибо Англии, конечно. Ну, типа, да, у меня был второй по размеру город в идеальном месте, типа, ну, окей. Даже если бы он его не снес, все равно я бы сейчас отставал по науке очень сильно. Тут бы ничего не поменялось. Короче, нужно больше практиковаться. Это мой 4-й или 5-й ФФА, в принципе, в шестерку. Как показывает практика, для любой компьютерной игры человека часы решают. Чем больше играешь, тем лучше становишься. Это вообще надо. Это практика вообще всего мира, ну, то есть любой деятельности. Да. Ну, для чего-то теории хватает для каких-то вещей. Ну, то есть ты, если просто хорошо знаешь, например, как что-то делать, то потом ты можешь просто сразу за это браться, и тебе будет получаться. Ну, не для всего, конечно, но для многих вещей. Для программирования, например, тебе достаточно просто хорошо знать код, ну, типа, язык программирования, и ты можешь... Подождите, Астат... Чё, пауза, Люкс? Астат... Это араб. Что араб? У меня написано Астат... Астат отключился от игры. Ну, да. Араб вышел. Паузу снимите. Так араб отключился от игры. Я его араба вынесли. Араба вынесли, Дамаск пал. Просто как-то молча, я подумал. Стоп, а не араб разве прощался? Ну, он просто вышел поздно. Лёша, гранату ты берешь? Да. Да, тебе тут, Лёш, хорошо так. А чё это англичанин между гранадой, вот тут вот, где река так продолжается, почему он там город не поставил? Хорошее место. Не знаю. Я ему тоже предлагал. А тут и сахар, и овцы, рост хороший сразу, и плюс холмов в это во втором и в третьем радиусе много. У него свой взгляд на игру, типа. Человек считает, что если нету промки в основных городах, то выиграть нереально. Ну, такое, типа. Ну, можно натыкать городов, потом караванами, ну, типа, промку завозить. Я не знаю. Так, союзы позаканчивались, ребят. Перс. Yeah. Китаец. 2000 золота. А сколько у нас союз длится? 20 ходов? Да не знаю. О, рабочие. У нас с тобой научный был перс. На, научный. Да. Так, ну надо баффало все-таки. Китаец. Блин, а чё баффало перестало отваливаться? Не понял я. Ну, я туда вообще-то посадил.
И это стало типа моей столицей. Придется брать. Алёша, не буду я забирать твоих рабочих, не буду. Ну они там уже все сделали. Смерти англичанина ещё. Так я так понимаю, что у него на другой стороне что-то еще какой-то город есть или нет? Есть здесь вообще. Ты же забираешь его, Алексей, вот нет. Последний. Ну, гранада это последний, тогда следующий ход. А, гранада все последняя, вот ничего. То же самое, что у меня, Баффало последний. Ах. Я как и пророчил, Лёша, что ты в итоге разовьешься и придешь нас с англичанином, заберешь спокойно. Без всяких проблем. Ну да. Но тебе все равно не хватает пачка. Че, Лёша еще может по очкам догнать. Вопрос в том, что грек может улететь раньше в космос просто. Торговцы. Таец. Дипломатическая видимость дополнительная. Нормально. Я думаю. Перс, забирай торговца великого. А, сейчас. Что-то у меня даже оповещений никакого не было. Думай. У меня, если же есть шпионами. Возможность армии настроить, я смогу. Давайте. Ты потратишь время. Нет. Понимаешь, в чем беда? Если мы сейчас закупим, я так понимаю, это ходов на 30. Ну, это уже до конца игры, считай. Но... Ну, вот я не хочу до конца игры закупить. Ну, денег же зарабатываешь, ля. Не, ну, дело твое. Союзы 20 ходов. 20? Ну, 130. 130. До 131-го, до 132-го. У меня этих великих художников, писателей уже не делать. Аналогично. Какой ужас. Лёша, мне бы ваши проблемы, да? Да-да. Я, кстати, так и не понял, что у России дает, типа, очки великих писателей с самого начала игры, даже когда ты еще не построил. Лавра. Лавра дает. А, лавра. Караванов у Англии тут скопилось. Заяц, китаец, экономический союз тебе прилетел. Чё вылетел? Кто вылетел? Я вылетел? Нет, экономический союз тебе прилетел. Уранчик надо обработать. Не, ну как можешь не принимать, я просто буду так караванами бегать к этому, к персу, с которым у меня научный союз. Без проблем. Виктория побеждена. О. Виктория закончила чудо светоколос в гранате, что ли? Блин, смотрите, в гранаде колосс. И
Она закончила этим ходом, я даже не видел. Видел кто-нибудь ГГшку с чудом света? Нет. А, ты ее типа, ты ее освободил? Леша, да, меня обратно в ГГшку? Леша, не убивай меня на следующий ход, дай я туда посмотрю, зайду. Куда зайдешь, посмотри? В гранату. Да нет, я не успею следующим ходом. Так, золотой век я уже выйду. Электростанции, что я их открыл. Их, кстати, надо электростанции открыть. Чтобы производство было какое-то. Давайте химию. Линии ядра. Я уже всю карту открыл практически. Блин, у меня великие люди. А вон и селитра добавилась в четвертом радиусе. Леш, я вчера видел, что ты играл в новое дополнение для Endless Space. Ну да. Как, какие впечатления, я просто не смотрел на нос. Нормально. Там да. Что, там просто добавили новую типа этот, новую фракцию. Да. И механику шпионажа. У, вот это интересно. Перебросим в этот город. Чё, Лёша, теперь жалеешь, что Ронадо это освободил? Чего жалею? Ронадо освободил колосс всё-таки. Ну, что поделать? Ну, освободил. А кто съел Оксфордский университет? Мне оставался один ход. Ну, ёлки-палки. Признавать. Ну, Рурка. А что нам за это? Даля, просто скажите, кто съел. Буду знать. Допустим, это был перс. Окей. Это война должна быть. Нет, у нас союз. С самого начала игры мы с персом в хороших отношениях. Он мои города не зажигал. Нет, не хватает мне стратегического скилла. Вот был бы я чуть более готов к войне с Ухами. Так. Классовая борьба открыта. Мне кажется, ты бы не смог. Слушай, я... Ну, то есть... Ты там... бы смог ну, Соликамск я... забрать, танк, а я просто занял узкие проходы. Слушай, я в танке танк? Через ходов могу оказаться. Ну что ты? А, я сейчас скажу тебе, через сколько я в танках, типа, не сильно далеко отстал.
Танки, где они, блин? Где тут бонус? Место для кампуса и промышленной зоны. Не хочу олигархию ставить. Может, плюс 4 золота, хотя у меня денег и так дофига. Тогда плюс 2 к жилью. Я говорю, я в танк вышел, типа, ну, через 5 ходов. И деньги у меня есть, чтобы проапгрейдиться, если что. Это кто говорит? Ну, я говорю. Просто перст мне угрозы, типа, рассказывать потенциальные. Но просто я бы смог защищаться. У меня 3 узких прохода на Смоленск, Санкт-Петербург и Новгород. Может, Соликамск ты бы взял? Но, типа, крупные города мои защищены. Полностью спокойно. Ну, горы очень хорошие, вот эти, которые внизу отрезают меня, вот тебя от китайца, типа, я спокойно здесь защищаюсь. От кого? От меня? Ну, от персов, от китайцев. Ну, а я нападать и не собираюсь. Не, я... Про то, что типа говоришь, вот, хорошим надо было там выносить. Это я говорю. Это китаец. А, тюф. Блин, у вас голос просто максимально похож. А у казаков неплохой такой союз. Да, давай. С кем? С американцем союз? Алексей. С кем американцем? Американц один город остался. А с кем тогда? Это с греком. Ученые, здание этого района дает 2 производства. Это неплохо, Тесла. Да, Леша, надо в чудеса уходить. Расщепление ядра, 4 канализации. Расщепление ядра у нас где? Здесь. Так, в связи с культурным союзом, я думаю, что надо тогда в ракетостроение идти. Двадцать ходов надо как-то что-то как-то. Ну, конечно, не химия у нас тут ускорилась, блин. Тема наведения, пластмассы, синтетические материалы. Станции надо купить. Так,
Так, здесь. Здесь. И здесь. Так, тут на еду надо отправить. То город голодает совсем. Ну, конечно, не успеваю тут всем ходить, но мне надо американца дозабирать и... Чикаго. А Чикаго у тебя англичанин захватил, что ли, что оно там отваливается? Он же сделал... Ну, англичанин захватил, потом она у англичанина отвалилась. Ну все, спасибо за игру. Да, вам спасибо. Так, ну Баффало я, наверное... Спасибо за игру. Хотя... Ладно, оставлю. Неплохие тут. Что? Нет. А, может кто-то вылез? Да. Перебрасываю, чтобы из Вашингтона тоже хорошо бегало. Вот Пипикисис, он потенциально отличный город, но у меня постоянно просто не хватает времени им нормально заняться. Поэтому он никакой. Это на чудеса, парень. Покоход. Да, не успеваю ходить вообще. Ну, Чикаго можно захватить и уничтожить. Полезный город. Теодор Рузвельт. Так, Чикаго можно захватить и уничтожить. Вот Пипикисис, конечно, выглядит как
Он потенциально хороший город, но у меня постоянно не хватает времени им заниматься. Откровенно. Просто вот постоянно. Так, нас пятеро осталось, да? Да. Держишь коляски, китаец, чтобы их сразу в танки апнуть? У них там только еще коляски. Нормально. Кассар, это за счет того, что гранада у меня. Пингала и Магнус на космические проекты сделаны. Какое-то чудо надо построить. Где у нас тут чудеса? Где у нас вообще тут чудеса еще доступны? О, Биг Бен. Ну, блин, деньги, нафига мне сейчас вот деньги, если прямо говорить. Анкорват не нужен, Келовое Кисевание не могу построить. Ну что, Биг Бен. У центра коммерции. Вот тут где-нибудь Биг Бен надо. У меня в городе повыше. Производство 56 58 45. Давайте банк купим и Биг Бен вот здесь. Так, надо торговать ресурсами.
по-русски предложение. Принял. Так, сигнал демократии. Новый курс. Отличненько. Тут еще хочешь поторговать с кем-то? Введение диверсий. О, квартирмейстер давайте возьмем. Хорошо. Чини технологий. Давайте чини технологий. Чини шедевра. Давайте вроде в порядке. Так. Алексей, грандиозная сделка. Подожди, нет времени. Там я не хочу ничего строить. Тут давайте шахты. Неужто походил всеми? Так, что по науке? 400. По культуре 300 у грека. Ну не то, чтобы я сильно отставал. Правда, но все равно явно впереди. Так, ракетостроение он открыл? Не открыл. Воу-воу, Перс, что ты сделал? Что-что? Что случилось? Да, мы ровненько что-то на утро. Я отвлекся буквально на пару ходов. Сотня нашли лицо. Китайцы, а скажи честно, ты собираешься со мной воевать или что-то с вами зачем? Не знаю. Я думаю. Просто все выглядит именно так. Ты поедешь в магазин, что ли? А как я буду расплачивать? Это же карта. Ну и деньги тебе дам. У меня есть наличные. Перс, ты готов будешь поддержать меня, если китаец на меня нападет? Ну, блин, я боюсь, меня распилят. Я, конечно, могу поддержать. Перс, тебе проще распилить его вместе со мной. Что-что? Кого, русского? Да. Люкс, не надо говорить, это шоп. Нам, я и так нам очень все нужен этот... Как к нему идти? Я не... А, у тебя нету там? У меня это снижу. Не то, чтобы очень хотелось. У него проходы не очень удобные ко мне. А у меня типа удобные, да? И у тебя неудобные. Но я уже вижу, что ты собираешься все равно нападать.
Ну, мне не нужен этот. Так. Здесь его надо. Мы тут немножко нашим треугольником подзастряли, пока Лёша и Горга в союзе собираются выигрывать. Потому что надо кому-то было захватывать голову, либо перцем. Ну, надо было, да, надо было, чтобы вот из нашей тройки выжил один, по-хорошему. И тогда бы у этого одного был бы шанс воевать со всеми остальными. А мы предпочли мирно развиваться, на в итоге по территории просто нас по количеству городов делал Алексей с Горгом. Поэтому мы проигрываем им по науке. Я вот думал, что, возможно, надо было добраться. Не, тебе русская душа была на казаках на кого-то нападать. Это такой убер-юнит, что не использовать... Я в казаки вышел совсем недавно, короче. Ходов 10 назад. Так, ну еще горбы есть. Есть. Мне надо было до казаков. Мне реально надо было нападать, наверное, вместе с перцем. Перцем на китайца. Пилить китайца, потом воевать с перцем. Скорее всего, тогда был бы какой-то шанс. Перса, ты с китайцем в союзе? Да. Так, как вы хотите воевать? В смысле? Ну, я против китайцев не собираюсь воевать. Они обсуждают с китайцем вдвоем, чтобы попилить меня. Не то чтобы я был сильно против уже на этом этапе игры. У меня последний ход до Манхэттена. Будете голосовать? Да, давайте. Только надо сделать сейф и загрузим еще. Никто не купит промку. Я не куплю промку, честно. Да, ну ладно. Нажми только на паузу пока. То есть голосуем в приват Invictus'у. Если вы за запрет ядерного оружия, то плюс. Если вы против запрета ядерного оружия, то минус. В приват в Дискорде или можно как-то... Здесь, в игре. В игре ты выбираешь Invictus, вон, там где чат. Угу. Так, за запрет плюс. Да. Значит, минус. Да. Минусов больше. Ну расскажи, кто как голосовал. Люкс минус, Халецкий плюс, Дарк плюс, Симба минус, я минус. Окей. Блин, ну теперь можешь, надо... То есть мы с тобой, Лёш, друг на друг? Или нет, не прошло, все на всех, потому что не прошло. Так, отжал. Блин, надо в расщепление ядра тогда нестись. Ну, я просто посчитал, что без разницы уже. Сколько у нас? Пусть пользуется, кто им знает. 15 ходов. Не очень хорошо. Не хотелось бы, конечно. Я думал улететь попытаться. А с ядерками оно не очень. 63 очка великих людей на великом ученом. Серьезно.
Вот мне интересно, откуда такая цифра набирается? Мне 57. Я вижу, да. С Оракула и Культурного Союза. Оракул у меня. Ну, я думал, это про тебя и говорят. У тебя 63. Юна. Давайте города проверим. У нас время есть. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!